Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, состоялось в Малом зале кинотеатра «Искра». Поприветствовать представителей самой мирной и созидательной профессии пришли дети из детского сада «Радуга». А чему тут удивляться? День строителя у нас. Дом построить или школу, или садик, например. При строительстве объекта нужен четкий глазомер. О профессии строителя можно говорить бесконечно. От профессионализма людей, задействованных в строительной сфере, начиная от крановщика до отделочника, зависит прочность и красота сооружений. Будь то жилой дом или школа, детский сад, магазин и многое-многое другое, что возводится на нашей земле. В послевоенные годы в Ленинском районе зародился новый город. Город-спутник, как тогда называли Видное. В этом году ему исполняется 50 лет. Первые дома, построенные в середине 20-го столетия, необыкновенной архитектуры до сих пор украшают город, и это гордость наших первостроителей. Первостроители, то есть они первые те, кто в свое время закладывали первые населенные пункты после Великой Отечественной войны, и в том числе отстраивали город Видное, которого в то время не существовало, и в этом году мы будем только праздновать 50-летие города. С годами город разросся, появилось много новых улиц. Кроме привычных Советской и Советского проезда, проспекта Ленинского комсомола, нас окружили микрорайоны. Первым с рынком «Красный камень» вырос шестой. Теперь Видное не узнать. Это большой город, в котором ежегодно сдаются в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья. Правда, при этом возникают и некие проблемы. И самое главное – транспортная инфраструктура. Нам удалось с помощью уважаемых строителей, которые сегодня присутствуют здесь в зале, подтянуть именно социальные объекты. И я уверен, что все новые микрорайоны, которые в последующие годы будут украшением нашего района, будут в полном объеме обеспечены всеми социальными объектами. На празднике Дня строителя представители многих строительных компаний, осуществляющих на территории Ленинского района возведение жилого фонда и социальных объектов, были вручены награды. Хочу пожелать им пусть работают, им здоровья. Но теперь им легче работать. У нас много техники. А мы на носилках на пятый этаж раствор носили. Потом принесем, надо выработать. А теперь все подъемки. Я хочу действительно поздравить всех строителей с этим праздником. Пожелать им здоровья, счастья, интересных проектов, интересной работы. И чтобы никогда не уставали плечи от самой гуманной профессии в мире, профессии строителя. Конечно, хотелось бы поздравить вас с этим великим праздником, Днем строителя. И пожелать вам, как я уже говорил, строить много, качественно. Хотелось бы все-таки вот глобально, чтобы все мы вместе подумали и сделали так, чтобы в наш город можно было и красиво въехать, и красиво выехать. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.